Новый год. В этот праздник есть где разгуляться. Ажиотаж, покупки, крупные денежные суммы, непременные его атрибуты. Однако благодаря суматохе за ваш счет хорошо отметить Новый год сможет кто-то еще. Полицейские говорят, в это время уровень преступности сильно возрастает. Чтобы не испортить себе настроение в предновогодний период, достаточно соблюдать несколько простых правил. Остерегайтесь карманников, это время для них просто рай. Действуют злоумышленники, как правило, в местах большого скопления народа. К примеру, в общественном транспорте, на рынках и в магазинах. Если вы почувствовали на себе пристальный взгляд и заметили постоянно крутящегося возле вас человека, будьте осторожны. Вполне вероятно, карманник выбрал вас жертвой. Но нужно быть очень внимательным к тем людям, которые вокруг вас. Если вы заметили, что здесь прям вот так вот близко старается там притереться, там подойти, заглянуть, вот прям вот так вот прижаться, отодвиньте. Даже если это, возможно, и не преступник, вы имеете право на определенное свое жизненное пространство. Пока вы присматриваетесь к товару и его цене, кто-то может приглядываться к вам, а точнее к вашим покупкам и кошельку. Впрочем, скорее всего, злоумышленник не выберет вас жертвой, если заметит сумку либо кошелек, прижатые к груди. Берите в магазин небольшую сумму денег. Чтобы точно знать, что на все расходы средств хватит, составьте список. И еще, не покупайте все сразу. Лучшая приманка для карманника – большие пакеты с покупками. Впрочем, в предновогоднюю пору раздолье не только для карманников. Автолюбители теряют бдительность, могут запросто оставить машину открытой, да еще и с ключом в замке зажигания. А это лучший подарок к празднику для угонщика. Неудивительно, что авто через пару минут уже можно не увидеть там, где его припарковали. Необходимо поставить на сигнализацию, запереть автомобиль, не оставлять каких-то ценных вещей, которые могут доступны быть постороннему глазу, что тоже может спровоцировать, к примеру, преступника, разбив форточку, вытащить сумку, барсетку там или телефон и скрыться в какие-то считанные минуты. Новый год в Братске, как и во всей стране, начинают справлять задолго до самого праздника на корпоративах. Зачастую после них пропадают ценные вещи – техника, украшения и даже дорогая косметика. Поэтому, чтобы старый год не закончился на такой грустной ноте, полицейские советуют – не оставляйте все это на столе, на всеобщем обозрении. Встретить Новый год не только с хорошим настроением, но со всеми своими вещами возможно. Главное – проявить немного бдительности и следовать простым правилам. Влада Анцупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».